Всем привет, с вами Влад. Сегодня я вам покажу мою маленькую коллекцию фишек Звездных Войнов. У меня их, я не помню сколько, но достаточно много. Первый это Штурмовик Смерти. Второй это Снежный Штурмовик. Это Бестанный Пауэлл. Да. Это всем известный Дарт Вейдер. Черут, я такого, конечно, не помню, но все же, кто такого знает, пишите. Так, вот Энакина, это я помню, это когда не Энакина встретили, Лея Органа, покоцанная, но все равно. Джава, у нас их две, по-моему. Все еще не разобрался, как читать этого. К2СО, или как? В общем, как-то так. Джин. Тоже ее помню. Вот она, кстати. Бейс. Его не помню. Оби-Ван Кеноби. Как его не забыть? Кассиан. Ну, что-то имя знакомое. Так не помню. Имперская гвардия, точно. Еще один снежный штурмовик. Вот у нас уже тут был снежный штурмовик. Вот первый, вот второй. Боба Фетт. Он человек. Я думала, это Мандалорец. Так, ну ладно. Дарт Мол. Это мой любимый персонаж. За брак с Затамира. Посмотрите, какие глаза красивые. Он заберет твою душу. Так. Хан Соло, конечно же, кто еще? Так, дальше. Это опять Дарт Вейдер. Человек он тоже. Энакин. Так, Шагоход у нас есть. Достаточно слабый. Ситрипио. Мяу. Оп. Протокольный дроид. Листан и Паул, это вообще какие-то чучмеки. Джаджа Бинкс, он Гунган. Звездный крейсер Мон Каламари. Я его называю звездный крейсер Мон Камарик. 1200 метров, это вы представляете, сколько в длину? Это вообще 200 км. Джава, это у нас повторка. И Мишки Гамми, Уикеты. Вот такая вот у меня есть прекрасная коллекция их. С вами был Влад. Всем пока.